Видео подготовлено сайтом onlinevdz.net. Математика, 5 класс, автор Мерзляк, задание 96. Начертите прямую АС, отрезки КЕ и БД, луч СТ так, чтобы... Ну и дальше давайте начнем с того, что начертим прямую АС. АС. А теперь будем последовательно читать условия и выполнять. Чтобы отрезок КЕ пересекал прямую АС и не пересекал луч СТ. Значит, отрезок КЕ должен пересекать прямую АС. Тогда выберем точки К и Е вот таким вот образом. К, Е. Соединим точки, получим отрезок. Отрезок КЕ пересекает прямую АС. Значит, отрезок пересекает прямую АС и не пересекает луч СТ. Тогда мы можем выбрать точку С вот так. Точку Т можем выбрать вот так и построить вот таким вот образом луч. И отрезок КЕ, конечно же, не пересекает луч СТ. Читаем дальше. Отрезок БД не пересекает прямую АС. И отрезок КЕ, значит, я прямую АС, и отрезок КЕ не пересекает. Тогда вот так выберем точку Б. Дальше выберем точку D, соединим точки B и D. Отрезок BD не пересекает прямую AC и не пересекает отрезок KE. Так, а дальше сказано, что отрезок BD должен пересекать луч ST. И прямая AC и луч ST пересекались, то есть должны пересекаться. Тогда мы так поступим следующим образом. Мы вот этот луч ST, мы его повернем. Вот так мы его повернем. Вот. Вот здесь буква Т на продолжение луча. Тогда получится у нас, читаем еще раз, отрезок БД не пересекает прямую АС, не пересекает, и отрезок КЕ не пересекает, и пересекал луч СТ, отрезок БД пересекает луч СТ, а прямая АС и луч СТ пересекались. Пересекаются. Прямая АС и луч СТ пересекаются. Таким образом, мы правильно выполнили построение. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.